Без справедливости и шагу не шагнуть. Подкошенные падают о крест. Кто ниже в три погибели согнут, им конфискация, лишение прав, арест. Им реабилитации вовеки не видать. Надгробие им из мрамора не светит. Лишь прочерк меж двух трагичных дат. Они всю жизнь у горя на примете. Какая справедливость для раба! Ему удары палкой, корка хлеба. И на лопатках, груз, как на горбах, до смерти единая, как видно, на потребу. И даже там, в норе, на рудниках, без справедливости и воздух будет горше. Есть время грешнику подумать о грехах, когда стует он с тачкой, словно поршень. Таким бы свету зреть в конце тоннеля, амнистию дождаться от тирана. А дома дети впроголодь лишь ели, бессрочные муки, это ли не странно? Бог выслушал, ответил на вопросы, сомнения в любви своей развеял. Из Библии все осветилось просто, кто возразить всесильному посмеет. И там, в темничном шурфе, заикаясь, возмолился тьму, творящему и свет, не оставляющему серых и под старость, когда ума и сил ни порошинки нет. По справедливости я брошен на расправу, я осознал свой грех и не ропщу. И милости прошу, о, Боже правый, как карасишка меж матерых щук. Мне шлюзы милости открыл благословенный, не обошел дождем и в поздний срок. Не стыдно перед ним склониться на колени, благой и милующий есть один лишь Бог. 28 ноября 2005 года.